нас здесь, это одно из самых больших лечебных учреждений в мире вообще. Более 1500 куриц, специализированных чисто на онкологию. И здесь располагается 5 вообще клинических институтов. Вы пришли только, наверное, в самую маленькую часть, это институт детской онкологии и гинекологии. Есть у нас еще отдельно это... Здравствуйте. Мы семья Селезнёвых из Республики Удмуртия. Мы находимся на лечении в онкоцентре имени Блохина. Мы хотим выразить благодарность фонду под флагом добра за оказываемую нам помощь. Меня зовут Анастасия, мы из Нижнего Новгорода, в онкоцентре, лечимся в онкоцентре имени Блохина с 1 ноября 2017 года. Мы приехали сюда на операцию. Большое спасибо фонду под флагом добра за то, что он помог нам в лечении моего сына Ильдара, чтобы он легче восстановился после операции, оказал необходимую помощь для приобретения лекарств. От лица онкологического центра Детского института онкологии и гематологии имени Блохина, научно-исследовательского института имени Блохина, хотелось бы выразить благодарность фонду под флагом добра, который помогает нам, который предоставляет нам лекарства, и сказать спасибо просто самому фонду и всем жертвователям. Спасибо вам огромное.